Хотел съездить. Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 27 марта 2021 года. Суббота. И в гостях у меня Андрей и брат Юра. Ну, поскольку у нас рубрика постоянная «Привет, Андрей», буквально пару слов, вот как сейчас вот о жизни в Анапе. Ну как, вот сейчас вот уже начинается весна, вот, то непонятная погода, а сегодня солнечно, наконец-то я солнце вижу в Анапе, это радует, да, потому что оно вот последнее время в марте не часто бывало, да. Работа тебя устраивает? Работа, я бы не сказал, что устраивает, но работаешь, пока вот новую не нашел что-то, жилье. Ну, будешь искать, более интересную работу, конечно, с жильем. Конечно, конечно, если возможность будет, я, конечно, туда уйду. Хорошо. Подругу жизни сегодня нашел? Ну, у меня, я со своей переписываюсь. А, жена же приедет. Да, она хочет приехать. И она иногда мне говорит, да лучше бы мы с тобой. Я говорю, ну приезжайте с копом все, весь женский батальон. Молодцы, Вера. Ну и хорошо будете жить. Я говорю, не проблема. Так, ну и какие у тебя планы буквально вот на ближайшие месяцы? Ну на ближайшие, вот я, как говорится, это лечу, ремонтирую зубы. Вот это да. Это не просто, хотя и все новое. Об этом писали, об имплантах еще в 80-х годах. Писали в «Наука и жизни». Ну, когда стоматологи говорили, ну, это не скоро будет. Ну да, оно не скоро. Поэтому не так. Это наступило уже, это да. Это наступило, да, что это возможно. Так или иначе. Самое интересное. Вот говорят, вот с Европой то все, а как-то торгуем. Вчера новая компания, это мусоровозная, говорят, московская там появилась. Но вчера пришел Мерседес Мерин, мусоровоз, белый вечером. Вот, я говорю, ого, с символиком Мерседес, а говорят, что с Германией у нас все плохо. Не может быть такого, что они все равно есть. Позитивные немцы, да. Они все, позитивные американцы, есть позитивные англичане. Помимо бизнесмены, помимо политики, они все это делают все равно, так или иначе. Вот. Так что постепенно это меняется. Америка ослабляется. Ну, посмотрите на ее предел. Ну, видим, что у Андрея все хорошо, жизнь в Анапе налаживается. Андрей уже привык к жизни в Анапе, и да. Предстоит новый этап, потому что лето это совсем другое. Вот Наташа говорит, Андрей говорит, когда посмотрит, как здесь летом, тогда вообще у него отношение, ну, да, к Анапе изменится. Да. А если там работать, то летом больше, осенью тоже листвы много. Ой, какие тут колючки, какая акация, первый раз. Или там, за Байкале, вот такие колючки, или тут вот такие попадаются. Да. Ого. Ну и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и периодически я буду рассказывать о том, как Андрей адаптируется в Анапе, как у него здесь складывается жизнь. Пока. Не просто все складывается. Сейчас не почему? Мир меняется. Вот он меняется, вот тогда вот, пожалуйста, можно это взять. Что-то там не так, раз у них какой-то сезон кончается, кредит.